Бюро по патентам и товарным знакам США USPTO опубликовало заявку на патент «Отчетность и доверие в системе распределенного реестра». По сведениям портала CoinTurk, мультинациональный поставщик программного обеспечения Oracle работает над системами распределенного реестра, которые смогут обеспечить повышенную подотчетность и надежность. Основное внимание в приложении уделяется так называемым эксклюзивным блокчейнам, тем, в которых участие ограничено одобренными сторонами. Даже в эксклюзивных реестрах участвующий нод может нарушить политику честности. Приложение Oracle предлагает метод, решающий эту проблему. Разработка компании использует модифицированную версию открытого кода. Как сообщает новостной портал, это уже вторая заявка на патент в сфере блокчейн, представленная компанией Oracle.